Каждый день незрячие люди совершают подвиг, ведь передвигаться по улице и делать домашние дела – непростая задача. На сегодняшний день в областном казахском обществе слепых на учете состоят 450 человек. Однако таких людей в регионе гораздо больше. Государство оказывает немалую поддержку и помощь уязвимым слоям населения. За последнее время в казахское общество слепых обратилось около 15 человек с просьбой о помощи в трудоустройстве. Например, люди с остатком и без остатка зрения работают в областной библиотеке, кто-то открывает ИП или занимается госзакупками, кто-то работает в швейном цеху. Трудоустроить людей стараются по их возможностям. Я работаю в обществе слепых с 2015 года. Начинала я здесь как дневной охранник. Ну, я сейчас у меня есть эта должность, то это полставки и полная ставка завскладом. Наше предприятие учебно-производственное, и даже меня смогли научить шить. С прошлого года я здесь еще и подрабатываю швеей. У нас очень много заказов благодаря нашему директору Аскару Дауду. Люди с нарушением или отсутствием зрения трудятся в швейном цеху, шьют подушки, ватные одеяла, постельное белье, стараясь сделать качественный продукт. Основная задача общества заключается в том, чтобы незрячих людей реабилитировать. В реабилитацию входит не только там научить ходить там или что-то, чтобы они в социуме, чтобы привыкли. Приглашаем их на концерт, допустим. Потом, кто поет, участвует в самодеятельности, читает стихи, пишут, допустим. И наши инвалиды, они участвуют в спортивных настольных, тост, мула, шашки, шахматы и легкой атлетике даже. Стоит отметить, что государство оказывает всестороннюю помощь людям с особыми потребностями. Так, для каждого из них разрабатывается индивидуальная программа. Также на их выбор представлен любой санаторий страны абсолютно бесплатно на 14 дней. Льготы, техника, освобождение от налогообложения недвижимости. Система в стране выстроена так, чтобы люди имели возможность жить полноценной жизнью, развиваться, получать лечение, трудиться, отдыхать. Вероника Цветкова, Медет Кайркенов, Кукше, Аппарат.